на самом деле не просто так повернулась к вам, уважаемый маэстро, потому что я знаю, что целый год буквально вы работаете над соединением классической музыки и техно. Целый год. И уже есть первые результаты такой работы, потому что, казалось бы, от классики до рока, классика и техно — это что-то новое. Сейчас на эту сцену поднимется музыкант и диджей из Санкт-Петербурга, который играет в направлении... А он уже здесь, господи, скромный человек стоит. Он играет транс, он играет прогрессив, электрохаус, тэч-тэк-хаус, даже я не знаю такого направления. Это Кейлин, поприветствуйте его, пожалуйста. На малой сцене находится наш музыкант в соавторстве с Муратом Кабардоковым. Он подготовил специальную композицию для оркестра под названием «Ноктюрн». Вообще, это будет что-то новое. Электронная музыка, симфонический оркестр и «Ноктюрн». Действительно, что-то эксклюзивное происходит сегодня на нашем празднике, поэтому встречайте диджей Кейлин. Фестиваль «Дым над водой». Thank you.
симфонический оркестр Ленинградской области.